Мы долго думали. Здравствуйте. Вы на собеседование? Да. И решение окончательное. Сейчас наш специалист подойдет. Пойдемте, вас провожу. Камеру крепим, мы начинаем. Здравствуйте. Меня зовут Станислав Вячеславович. Здравствуйте. А взрослые будут? А с кем мы будем говорить? Мы больше никого не ждем. Так, давайте серьезнее, отнеситесь к собеседованию. Поехали. Какой ваш любимый мультфильм? Маша и Медведь. Не знаю, ну погоди. Тачки. Мне нравится ваш выбор. Мороженое или фрукты? Мороженое. Мороженое. Фрукты. Что лучше? Одна игрушка или две? Две? Одна. Хорошая. Одна игрушка. Неправильно. Три. Серьезней. Попробуйте нарисовать портрет друг друга. Другие карандаши вы используете? Давайте посмотрим. Мне очень нравится то, что вы нарисовали. Неплохо. Мне кажется, цвет волос не совсем тот, но все равно неплохо. А вы сможете прочитать вот эту сказку по ролям? Вскоре портные принесли готовое платье. Ах, кричала жена. Красная шапочка. Не верю вам. Чую человеческое мясо. Хорошо. Что вы больше всего любите из сладостей? Мамины домашние тортики. Мороженое. Мороженое. Шоколад Марс. Хороший выбор. Мне нравится. Вы сможете сделать бумажный самолет? Смелее. А я люблю делать истребители. Запускайте. Неплохо. Очень хорошо. Мне нравится, как вы сделали. Глаза у него добрые. Он так крепко сжимал ей руку. Они счастливая пара, уверена. Нежно и честно. Она такая милая. Эта пара выглядит очень влюбленной. Они счастливая пара. Может, потому что они в садик не ходят. Он так смотрел на меня. Прическа у него классная. У нее были такие классные туфельки и платьица. Это очень ответственный шаг в нашей жизни, но... Но мы готовы к этому шагу. Да, сейчас самое лучшее время. Мы долго думали. И решение окончательное. Мы молоды, мы здоровые, полны сил, любви, поэтому... Мы готовы. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.